Мы сейчас находимся в аэропорту Самуи, прямо на его главной как бы посадочной улице, откуда народ идет после чек-ина на посадку. Здесь очень много зелени, цветов, различные водопадики, ресторанчики. Места для отдыха. Вон люди идут на посадку уже, улетают отсюда. Эта вот улочка называется Самуи Парк Авеню. Здесь очень много растительности, есть даже небольшой водопруд. Сейчас мы подходим к зоне, там где делается чек-ин. Токио регистрация. Это местная линия, вон там дальше International. А с забора начинается летное поле и прилегающая территория. Там тоже есть небольшой пруд, ездят маленькие электроавтобусы, и очень зелено. Это зона прибытия сюда туристов для чек-ина и посадки. Сюда они приезжают из своих гостиниц. Welcome to Samui.